намешано, да еще и с тестом. Это умные люди понимают. И они, может быть, немного съедят, но чего-то очень правильного и полезного. Так же надо и в искусстве. Надо отбирать, очень отбирать, особенно детям, прививать прям. У меня родители побили в 6 лет на Мусоргского, на Бориса Годунова. Слава Богу, побили, думали, Ольга, извините, все. Больше она не пойдет. Я сказала, я еще знаете, как ты пошел, русский, я не могу себя, хоть трескать, я поэтому и со сыном говорю, нечего пить, ну нечего. А сейчас скажут, Леша, ну понимаете, ну что, вот его талант такой вот композиторский, вы же сами слышите, какие богатые гармонии, ну ничем он такой же родной, как Мусоргский, понимаете, современный, такой более, может быть, более доступный даже, я бы сказала, вот. Но вся штука в том, что это питает все равно. Может, иногда это трудно слушать. А вот скажите, а что хорошее дается без труда? Ничего. Вот что хорошее без труда дается? Рэп фильмы не вытащишь из Тарковского фильма. Да. Или фильм «Остров Лунгина». Разве легко было смотреть? Нет. Не сказано. Зато потом во Франции очереди стояли. Люди в всем мире смотрят на нас, на Россию, тянутся за нашу духовность. А мы им даже ничего из музыки привезти не можем. Мы возим только симфонические оркестры. Ну и Витас еще в Китае там. Потому что у них там вообще голодуха. У них там просто как у нас было. Нет, ну вы шикарные. У вас пара шикарная просто. Китайцы сейчас даже сейчас уезжай какая-нибудь. Маша Пупкина. И будет звезда из России, понимаете? Но Россия великая страна, а показать, послушать на нечем. Кроме группы Парк Горького, никто не тот, она английская, а русская. Не, ну правда, Ахматова. Носков есть. Есть Носков. Носков, но он же мало. Тоже Парк Горького. Но это же мало, да. Вот именно, это тоже Парк Горького. И это не Маршал, это Носков. Вот, правда? Вы все понимаете. Да. Вот, ну, Носков и нужно иногда, вот, вы же можете поддержать, не лениться там, зайти, ну написать там на первый канал. Меня же вот пробили. Да что мы вас выбили? Мы вас выбили на наверное, первый. Правда? Да. Заболеет вообще спасибо отдельно. Что? Заболеет. Очень сложно. У нас потому что спасибо. Нет, ну это просто, это шедевр. Как можно вообще, я не знаю, я ее обожаю. А дело не понравится, датчики мои, у нас просто в связи с большой общественной нагрузкой, очень мало времени остается на почте. У нас столько песен бежит. Вы такая классная. Не обижайтесь. Вы такая молодая, вообще суперская. Правда? Да, девочки? Да, да. Правда? Да. Вот даже уходить не хочется. Уже как бы поняли, что надо идти, да? Уходить не хочется. Нет, у меня просто там уже перегружена страница, надо ее авторизовать. Заходите. Я стараюсь там на страничке вкладывать. Ребята, я вас умоляю, пожалуйста, растите в искусстве. Пожалуйста. Ну, а вы нас провинцией не обзывайте, ладно? Это не я. Это не я. Это сказали журналисты мне. Как же? Вы сегодня два раза сказали. Провинция. Это же не обзывает. А я сказала, мне сама из провинции. А разве это обзывает? Раньше, между прочим, Москву питала именно провинция. Знаете, сколько было музыкантов только из одного нашего нижнего города? Я знаю, что в Москве вообще там ничего не было, кроме сейчас нас. Сейчас все, только из провинции хорошего. Нет, мы не обижаемся. Дело в том, что, знаете, как это? Чик! А как периферия. Чего? Еще хуже. Мои любимые. Мои дорогие. Это мне. Ой, спасибо. А это про кого? А это у нас батюшка. А это из Воронежа. Подождите. Я слышала про кого. Спасибо. Сразу от него к вам. Так получилось. Спасибо огромное. Вот мне видите, как везет. Не-не-не. Напишите, пожалуйста. Ребятушки, мои хорошие, я вас очень люблю. Все, мы вас аплодируем. Спасибо. Дай Бог вам здоровья и пойте, пожалуйста, для нас, не пропадайте, ладно? Хорошо. На столько лет. Нет, пожалуйста. Мы пожалуйста. Приходим, мы вас слушаем. Что?